привет, друзья, и добро пожаловать в туалет Tower Defense! Сегодня у нас вышел новый такой, знаете, мини-ивент. Он называется The Hunt, то есть в нем мы будем охотиться на яйца. Почему говорю, что мини-ивент? Потому что полностью ивент выйдет потом, ближе к Пасхе. Вот, видите, еще написано Coming Very Soon. То есть он еще не вышел. Давайте мы с вами соберем первые наши яйца. Итак, первое яйцо. Yes! Первое яйцо мы с вами собрали. Так, второе яйцо у нас находится здесь. Первые 5 яиц у нас будут находиться в лобби, где-то в лобби. Ага, ага, а, смотрите, смотрите, я ползу по дереву. И вот оно, красивое наше с вами яичко. Ага, круто. Так, третье яйцо у нас здесь. Классненько, классненько, ага, так. И... А, нет, это уже пятое яйцо, это уже у нас с вами пятое яйцо, классно, классно, вот все, мы с вами собрали 5 яиц, еще 5 яиц у нас будут находиться на трейдинг-плазе, и, в общем-то, 5 яиц будут находиться в различных матчах, ага, классно, классно, то есть нам нужно пойти будет на карту Desert и на карту Toilet City. Классно. Угу. А потом мы с вами пойдем в бесконечный режим. Ну что ж, давайте мы с вами, наверное, пойдем на трейдинг плазу и там соберем наши с вами 5 яиц. Так, что у нас тут написано? Угу. Man face man. Написать 3 раза нужно будет. Прикольно, прикольно. Сейчас проверим. Сейчас испробуем, попробуем, в общем-то говоря. Так, а что нам дали вообще? Ага, мы получили 5 лаки бустов за первые 5 собранных яиц. Если мы еще с вами соберем 5 яиц, то мы получим 5 коин бустов. Угу. А если 15 яиц, то там уже очень много всяких прикольных штучек будет. Давайте, погнали на трейдинг плазу. Так-так-так-так, будем сейчас искать яички. Яички, вы где? Ага, все классно, все круто. Так. Так, где у нас яйца здесь находятся? Ага, первое, вот, вижу, вот здесь. Вот оно у нас спряталось за трубой, около телепорта. Так, где у нас второе яйцо? Ага, второе яйцо, его тут замаскировали под стеночку. Прикольно, прикольно вы, ребятки, придумали. Так, третье яйцо у нас должно быть около разработчика. Да, вот, я его вижу. Классно. Его просто не видно из-за яйца. Привет, братишка! Итак, по условиям нам нужно с вами заключить один трейд с кем-нибудь, то есть, по-моему, полностью, в общем-то, с кем-нибудь затрейдиться, что-нибудь отдать или получить. А, что ж такое, примите трейд, ёпарасоте, вы чё? Ну, кто-нибудь трейд примет? Или мы так и будем так долго? Ребята, мне нужно яйцо! Братишка, прими трейд, пожалуйста, пожалуйста. Давай я тебе отдам вот это вот все. Сейчас мы его напишем. Мне ничего не надо. Просто прими трейд, просто прими мой трейд. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что ты не принимаешь трейд? Так. Ну что это за дела? Что это за дела? Ой-ой-ой-ой-ой. Я им даю просто так юнитов, а они мне тут хотят их обменять на кого-то. Мне не нужен обмен. Просто примите трейд. Просто прими трейд. Просто принимай трейд. Yes. Наконец-то нашелся человек, который принял мой трейд. Да, конечно, юнитов я ему дала не очень. Yes, мы получили с вами яйцо. Юнитов, в общем-то говоря, я дала ему таких себе, но какая разница? Просто так, легендарки, кому еще перепадут? Так, у нас осталось найти с вами последнее яйцо. Man face man. Угу. Написать 3 раза. В чате. Прикольно. Пишем. Ой-ой-ой-ой, что я пишу? Что я пишу? Так, man face man. А это точно 3 раза написать нужно будет? Да? Тогда я так скопирую. Ага. И третий раз. Третий раз пошел. Yes, смотрите, это что, яйцо в виде скибиди туалета, что ли, было? Обалдеть, прикольно придумали, конечно, да. Очень прикольно придумали.
Так, у нас с вами осталось еще найти 5 яиц. 5 яиц у нас будут находиться где-то на картах. Сейчас мы с вами это посмотрим. Посмотрим еще в Endless моде, с какой волны у нас выпадет то яйцо, у которого всего лишь шанс выпадения, в общем-то, 10% был. Да, очень интересно. Что ж, ребятки, я думаю, нам с вами нужно будет сейчас провести конкурс, потому что, как всегда, в каждом своем видео, вы уже знаете, я провожу розыгрыши, розыгрыши крутых юнитов, крутых подарков. Давайте и сегодня мы с вами тоже сделаем какой-нибудь крутецкий розыгрыш. Кого бы нам поставить за первое место? Быстренько мы с вами сейчас разыграем. Давайте мы с вами Катану Спикервумен отправим кому-нибудь вот такую вот подписанную. Быстренько находим. Смотрите, у меня 630 комментариев под последним видео. Чтобы участвовать, обязательно ставь лайк на это видео, пиши комментарии. В комментарии указывай свой ник, и, возможно, в следующем видео тебе повезет, и именно ты выиграешь крутого подписанного мифика. Вот, желаю всем вам удачи, сейчас подсчет уже осуществится. Так, прошу, можно я, ник, ага, не могу выиграть второй раз. Что ж, смотри, ты не смог выиграть два раза, но зато на третий раз тебе повезет. Я же говорю, ребята, вам всем повезет, обязательно всем повезет, потому что призов я разыгрываю очень на самом-то деле много. Мне не жалко. Для вас ничегошеньки. Давайте за второе место мы разыграем шотган камерамена, тоже будет подписанный. Так, быстренько сейчас розыгрыш сделаем. ПЖ. Так, что ж ты не копируешься у меня? Так, сейчас все будет. Копируем. Давайте второму победителю мы отправляем. Все, отправили. Ой, нет, все. Не смогли мы с вами отправить, ладно. Ладно, шотганчик, значит, поедет кому-нибудь другому у нас. Рыгалетка, я люблю смотреть твои видео, ник Артём. Спасибки, мне очень приятно, то, что у меня есть такие крутые подписчики, которые пишут такие приятные комментарии. Все, мы тебя отправили шотганом, я тебя поздравляю с победой. Давайте за третье место мы отправим Ларч Лазера. Кому же он попадет? Привет, Рыгалетка, я смотрю тебя, как кот игроман сказал, сразу подписался, надеюсь, выиграю. Ай-яй-яй-яй, значит, вы слушаете моего котярыча, да? Но мне приятно, что его подписчики подписываются на мой канал. Все, мы тебе отправили крутой, сочный подарочек. Давайте за четвертое место апгрейженного Титана Камермена мы отправим. Так, кому же он отправится? Если я выиграла, то тебе привет. Ой, спасибо, тебе тоже привет, ты выиграла. Я тебя поздравляю, потому что теперь у тебя будет такой крутой юнит. Давайте, все, мы отправили подарочек. Ой-ой-ой, посмотрите, как у меня их много. Я их, кстати, насобирала уже. Вот, обменяла. Так что теперь подарочков буду разыгрывать много под каждым видео. Так, а почему ты играешь только с игроманом, а с лайком нет? Хороший вопрос. Ну, потому что лайк сейчас он как бы не играет, но и в туалеты он тоже не играет. Вот, а мы, в общем-то, сейчас снимаем только про скибиди туалеты. У лайка больше такая, знаете, детская тематика. Все, пятое место. Что такое? Ник, что ли, неправильный? Я неправильно скопировала? Да, возможно, я неправильно скопировала. Сейчас скопируем заново. Давайте мы отправим. Все. Отправить, все, поздравляю. 5 призов мы с вами разыграли. Вот, желаю всем вам удачи в следующих моих роликах. Возможно, вам повезет, потому что, ну, призов я реально разыгрываю много. Где-то по 5 призов разыгрываю, где-то я разыгрываю по 10 даже призов каких-то видео. Вот, так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Так что всем желаю удачи. Давайте мы с вами зайдем сейчас в пустыню, посмотрим, что здесь и где здесь у нас будет яйцо находиться. Так, надеюсь, мы его с вами быстренько найдем. Я, в принципе, уже примерно знаю, где у нас находятся яйца. Давайте выберем изи. Изичный режим, так сказать. Потому что здесь же, по-моему, не важно, правильно, какой будет режим. Яйцо же все равно должно у нас с вами появиться где-то. Так. Главное, чтобы карта прогрузилась. И тогда у нас с вами появится это наше долгожданное яйцо. Вот оно появилось. Смотрите, а, как хитро спрятали. Оно просто похоже на камушек какой-то. А теперь мы, в общем-то, с вами отправляемся на следующую карту. Какая у нас была следующая карта?
Так, Туалет-Сити, мы с вами пойдем сейчас на Туалет-Сити, будем здесь искать тоже опять наше яйцо, наше второе яйцо. Вообще, это круто, что придумали такой мини-ивент, можно так сказать, потому что теперь у нас хотя бы будут всякие бусты, типа Lucky Boost, Coin Boost. Это очень приятненько, вот. И, конечно же, мы будем с вами ждать наш пасхальный ивент, потому что там обещали добавить новых юнитов. Аж, по-моему, вроде как 4 юнитов обещали нам добавить. А это очень-очень круто. Так, где у нас яйцо? Вот это вот яйцо, да? О, появилось прямо на туалете. Прямо на туалете яйцо. Прикольно, прикольно. Ну все, выходим отсюда. Итак, а теперь мы с вами отправляемся в Endless Mode искать остальные яйца. Я думаю, что нам никого не нужно будет брать из юнитов, хотя я не знаю, тут как повезет. Давайте-ка мы сразу с вами возьмем. Давайте возьмем. Ну просто так, наверное, мы с вами возьмем какого-нибудь Синистра. Ой, ой, где мой Синистр? Синистр, куда ты пропал? Вот, возьмем Синистра. Так, у нас что, гринлазер, фермочка? Да, в общем-то, я думаю, что хватит. Так, отправляемся в Endless Mode. Надеюсь, мне это яйцо быстро выпадет, и мне не придется проходить 100 плюс волн, потому что у меня сейчас нет таких крутых юнитов для того, чтобы пройти столько волн. Так, первая волна прошла. Автоскип мы включать вообще не будем, в общем-то. Так, у нас... должно быть на какой-то башне. Так, где у нас? А, вон яйцо, вон оно у нас, вон там сверху. Нам нужно будет туда сейчас быстренько, очень быстренько как-то забраться. Так, давайте мы по скалам, по вот этим вот с вами допрыгаем. На самый верх. Так, как нам туда залезть? Ой, а как нам туда залезть? А серьезно? Ну-ка. Я что, не с той стороны прыгаю, что ли? Главное не свалиться. Так. Это что такое? Я провалилась в бездну. Ну здрасте. Вы чё? А как мне тут пройти вообще? Ну все. Все. Я застряла. Итак, друзья, попытка номер 2 забраться на вот эту вот вершину. За нашим, в общем-то, яйцом. Как мы туда залезем, я, честно говоря, не знаю. Вообще не знаю. Так, а как туда вообще можно забраться-то? Опять по тому же пути, на котором я, в общем-то, провалилась? Проваливаться мне как-то неохота. Так, а если мы с вами пойдем здесь вот так вот по краюшку? Ой. Все, yes, круто. А теперь можно и прыгать, можно теперь отсюда убегать. А то у нас дальше с вами, в общем-то, пройдут скибидисты. Ну, хотя мы без автоскипа играем, поэтому они не должны, я думаю, дойти до нас. Ставим фермочку очень-очень-очень быстро, чтобы у нас были тут какие-нибудь хотя бы денежки. Вот, сейчас мы с вами поставим грин лазера. У нас задача, в общем-то, еще одолеть 10 скибидистов. 10 скибиди-туалетов. Давайте сразу же нажмем на автоскипчик. Итак. Пиу. Ну же. Где наше яйцо? Оу, все, появилось яйцо. Все, я вернулась в лобби. Смотрите, мы собрали все яйца. Кстати, вот это вот глич F, я не знаю, где оно мне вообще выпало, потому что его, в принципе, нигде не выпадало. Оно, в общем-то, дается с 10% шансом. Вот, поэтому я не знаю, где оно мне выпало. Я что-то даже его не заметила. Так, что мы получили? Давайте, 5 coin boost. Угу, круто. 5 luck and coin boost плюс badge. Прикольно, мы получили с вами столько наград. Вау, круто. Ну все, в общем-то, на этом видео свое буду заканчивать. Всем пока-пока.